Березники не раз попадали в объективы федеральных телекомпаний. Например, однажды ведущая популярного тревел-шоу Регина Тодоренко спустилась на глубину 400 метров. Она посетила один из рудников Уралкалия, компании, которая добывает полезный и нужный калий, минерал, без которого растения бы погибли, а ритм сердца и водный баланс был бы нарушен. Для телеведущей это был первый опыт спуска в шахту. Она рассказала о горнодобывающей работе, покаталась на кроте и осталась под впечатлением от подземного комбайна. К слову, прийти в восторг можно не только от завораживающего вида горной техники, но и от того, как земляк покорил сердца миллионов жителей нашей огромной страны. Давайте знакомиться. Привет, я Антон. Сначала вся Россия узнала его как Антоху из «Реальных пацанов», а уже после случились «Елки», «Т-34», «Огонь» и вот совсем недавно «Нормальный только я». Сегодня Антон Богданов не только популярный актер, но еще и признанный режиссер. А когда-то ходил в обычную березниковскую школу, где его мама, кстати, работала учителем математики. Помимо съемок, важную часть в жизни Антона также занимает благотворительность. Наш земляк – посол инклюзивного детского лагеря «Город Дружный», от лица которого он даже посещал ООН. К слову, в фильме «Нормальный только я» снимались и подопечные Антона – детки с особенностями развития. Кстати, наш край славится не только звездами экрана. Если культурная столица России – это Санкт-Петербург, то центром культуры Верхнекамья по праву считают Березники. Уникальное сочетание индустриальной мощи современного города и богатого наследия Усольской земли. Здесь находится 37 памятников федерального значения и 64 регионального, а также 44 памятника археологии. Дом Строгановых в Усолье – настоящая жемчужина каменного зодчества на Урале. Вместе со Спасо-Преображенским собором и колокольней они образуют главный архитектурный ансамбль Усолья и привлекают в уральскую глубинку тысячи туристов. Там же находится и усадьба князей Голицыных, единственный в крае музей усадебного быта. Как видите, нам есть кем гордиться и всегда есть что рассказать. А еще больше интересных фактов в группе ВКонтакте «Березники 90». Обязательно подписывайтесь. Дмитрий Осташкин, Кирилл Яранцев. Наши новости.